привет, друзья! Гуляем на Северном речном вокзале и, ну, в общем, планируем сегодня прокатиться от Северного речного вокзала до Захаркова. Вот. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Очень солнечно, погода шикарная. Я уже делала, кстати, обзор про Северный речной вокзал. В том году, по-моему, мы здесь не гуляли. Вот, но в такую жару, конечно, хочется тут прогуляться, везде смотреть всякие фастфуды. Тут народу даже очень много. Смотрите, сладкая вата. Фонтанчики. Сцена. А это что такое? Паштет. Это электробус, это что такое? Не знаю. Просто не попробую. Как в Питере есть просто... Но она еще и тех, кто ищет. Кинофест какой-то, он кино на экране показывает. Это кино, короче, под открытым небом, да? А вот это электробус, это кто? Он просто типа такой? Я не знаю, что он делает. Вот типа... Фонтанчики. Опять электробус. Это вот, знаете, в Питере есть такие автобусы, в общем, автобусы туалета. Но я не думаю, что здесь такое. Кинофест. Короче, здесь проходит сейчас кинофест, видимо, кинофестиваль на открытом воздухе. Еще покажу очень красивые фонтаны. Для тех, кто не видел мое видео про Северный речной вокзал, который я снимала, здесь есть очень классные фонтаны. Сейчас подойдем поближе. Они как раз находятся по краям основного здания. Вот. Вот такая вот красота здесь. И можно сделать красивую фотографию. Посмотрите, какое небо. Просто нереальное. Просто нереальное небо. Фотографии тут получаются просто шикарные. И очень красиво наблюдать здесь за закатом. Смотрите, какая красота. Журавли. Вообще, картинка Windows. Вот. Подходим к набережной. И вот такой вот красивый вид. Смотрите, тут открывается, там памятник Крылову. И уже отсюда отплывают с причала разные проходики. О, смотрите, один уже поплыл. Какой большой генерал Лавриненко. Паштет, смотри, какой большой. Вон отплывает. Ну, по сравнению с Титаником, маленький. Да. Здесь народ сфотографируется. Сейчас мы помешаем немножко. Ребята, очень солнечно. Сейчас подойдем, спустимся вниз. Подойдем к самой набережной. Все фотографируются. Чего? А. Сейчас подойдем к самой набережной. Стоимость на вот этих вот пароходиках стоит примерно 400-600 рублей. Начинаются цены. Вот так вот выглядит фасад. Очень шпиль, все. Шпиль опущенный. Шпиль выдвигается. То есть, когда строили речной вокзал, был проект, то, что когда открывается навигация, шпиль поднимается. А когда навигация закрыта, ну то есть зимой, грубо, он опускается, но в итоге его так и не поднимали, по-моему. Кстати, еще маленькая информация про этот шпиль. Говорят, что этот шпиль был снят с одной из кремлевских башен. Но нет, это всего лишь миф. Нет. А что говорили? Звезда, не шпиль, звезда. Да, звезда, вернее. Звезда, да. Сейчас я вам покажу. Вот отсюда, снизу. Наверное, надо было мне отойти лучше. Вот эта звезда, говорят, что это была она снята с одной из башен Кремля. Но на самом деле это миф. Это миф, какая-то байка, да? Ты слышал такое? Да, это было такое. Давно было, но... Так, ребят, сейчас
На улице просто шикарно, тепло и нет ветра. Вот здесь такой вот променад деревянненький. Или это плитка такая. Сейчас я вам покажу набережную. Народу тут. Да. Чайки. Что вообще красота. Друзья, кстати, посмотрите, обратите внимание. Вот второй этаж. Второй этаж, там такие шторы. Это ресторан «Волга». Вот. Очень красиво оформлен вход. Сейчас прогуляемся вот тут чуть-чуть левее. Классные такие, да, паштет сидения, вот эти вот здесь сидят. А здесь макет. Макет Химкинского водохранилища, даже? Нет, макет всего канала. А, то есть он такой минимальной версии. Вот здесь вот, да, паштет? Да, то есть это макет самого вот вокзала. Это уменьшенная копия речного вокзала. Вот это здание. Вон звезда такая. Здесь такая вот речушка. А на крыше раньше, кстати, ресторан был. А вот ресторан «Волга». Нет, на самом верху раньше был ресторан. А. Еще до того, как реконструкция была. Паштет, а где был? На крыше здания? На крыше, ну, здания? На крыше здания, вот, то есть, тут тогда-то это что-то справа берет. Прям на крыше? Да. А. В каких годах он закрылся, я не знаю. Нет. Понятненько. Здесь еще, кстати, есть где-то территория вот с бассейнами. Речной, по-моему. Вот, но мне сюда, конечно, далеко ездить, поэтому я еще чуть поближе. Уже снимала ролик, где можно позагорать, поплавать в Москве. Это метро «Технопарк». Остров мечты Dream Beach. И также те, кто живут недалеко от метро Сокольников, это The Bassein в Москве. Кстати, еще недавно, только сегодня узнала, что еще на Алматинской открылся тоже бассейн. Но забронировать можно там через Мос.ру. Проходим. Отсюда отплывают как раз все вот эти вот речные трамвайчики, пароходы. Там вдали. А как они? По номерам, да, паштет? Смотри. По номерам? Ну, причал номер 6. А, причал. Да. А вон там номер, видишь, 7. Ну, да. Вдали. Это что? Тоже все причалы, 7, 8. А, ну тут, короче, кукуруза. Да, кукуруза по 300 рублей продается. Да, горячий. Чего? Орешки для белок. А, орешки даже есть, короче, 150 рублей. Напитки, мороженое. Вот. Короче, даже есть чем перекусить. Взять водички в дорогу. Вот оттуда, короче, отходит. Смотри, отходит. Как да я вижу, да, вообще. Пойдемте, пойдем поближе. Поближе. Какой-то интересный корабль. Вот дом чего лежак. Слушай, ну прям тут загорать сейчас можно. Давайте посмотрим поближе. Сейчас подъедет. Персей, короче, называется. Персей, сейчас он развернется. Вот такой вот красивый, голубой, даже сказать, бирюзовый. Шикарный. Красавец, да, паштет? Вот народ уже садится в лодку. Там вдали. Сейчас, короче, зайдем внутрь. Посмотрим, что там внутри. Потому что мы в тот раз были. И, кстати, была там даже какая-то небольшая выставка. Интересненькая.
Вот сейчас прогуляемся. Там, кстати, есть бесплатный туалет. Кому это очень важно. Сейчас потихонечку уже поднимаемся наверх по лестнице. Блин, мы выбрали очень удачную погоду для посещения как раз Северного личного вокзала, потому что погода вообще идеальная. Не сильно жарко, не холодно. 24, наверное, сейчас градусов. И это просто очень комфортно. Вот, потихонечку уже заходим внутрь. Обратите внимание, какие здесь красиво украшено вход само здание Северного личного вокзала. Так, друзья, мы уже в помещении. Обратите внимание, какой здесь прикольный потолок. Есть еще, кстати, тут, наверное, какой-то небольшой музей. Сейчас пройдем с вами. А, кстати, в прошлый раз здесь была машина. Историческая, да, пошли информация? История. Блин, а в прошлый раз, помнишь, была такая машина здесь клевая? В общем, тут есть такой классный музей, значки. Клуб юных моряков. А, даже, кстати, есть наушники, можно вот послушать. Тоже макет. Это узлы, да, паштет? Смотри, узлы. Узлы прямой, рифовый, шкотовый. А вот здесь, кстати, туалет. Если вниз там спускаться. Ой, слушайте, по 2000, прикольно, кстати. Цвет такой, цвет асфальта, футболка или кофта, что это. Слушайте, ну интересно, да, посмотреть. Мерч. Даже книги продают. Кофта, кстати, 5500. Футболка. Вот такие неправославные цены. 4000. Есть, кстати, вот такие вот скульптуры красивые. Сейчас хочу пойти пофотографироваться. Я даже не могу найти себе... Тут везде просто локация. Везде есть локация, где можно красиво сфотографироваться. Некоторые прям даже на профессиональный фотик фоткаются, устраивают в красивых платьях. Мне сложно сказать, где выбрать локацию для красивых фотографий. Смотрите, какое небо здесь. Вообще красотища, красотища. Наверное, вот здесь. Наверное, вот здесь. Не спускаясь вниз, ну, минут 10 там походим, посмотрим, что там. Мост Турфлот вдалеке. А что там продают? Билеты? Наверное, туры. А. Московский туристический флот. То есть это получается задняя сторона, да, вот этого Северного речного вокзала. Машина «Москвич». Пойдем подойдем поближе.
Очень много продают сладкой ваты. Сладкой ваты. Смотрите, вот такие вот здесь ездят разные машинки. А, нет, я знаю, что здесь это ездят... рабочая. Да, это рабочая. Здесь есть машинки, которые, кстати, доставляют из одной части вокзала в другую. Так, презентация машины. Москвич. Китайская машина. Да. Шелудиком. А что здесь у нас? 410 километров. Так, 45 минут зарядка. Она что, от зарядки? Ну, это электро. А, электро? Так, сейчас я вам покажу. Для любителей, автолюбителей, машина Москвич. А что за этот, как его, штрих-код паштет, если его отсканировать? Отсканируй, смотри. А дай мне телефон, сейчас я отсканирую. А нет, он у меня в этом. Сейчас попробуем его отсканировать. В общем, и переходим мы. Москвич, 1,5 миллиона стоит. 1,5 тысячи, да. 1,5 миллиона, кстати, недорого. А, ну тут все на сайт переходит. Ну, в общем, он стоит, от 1,5 миллиона. Электромобиль. Не знаю, дорого это или нет. Ну, вообще, сейчас в Москве машины стоят 2 миллиона, 3 миллиона. Я не знаю, я вообще не очень люблю машины, у меня нет прав, и сдавать на них не хочу. Мне проще доехать на метро. Машина это вообще не про меня, я жутко боюсь дороги. Вот, ну, для тех, кто планирует покупать машину, примерно сейчас уже цены такие, что 2 ляма, 3 ляма где-то стоит. Ну, такая в среднем, средняя машина. Хрен поймешь, какие цены, вообще неизвестно. А? А что здесь? Тур? А, ну вот здесь, видишь, тур просится. Ну, тур. Так, друзья, у нас осталось 25 минут до нашего речного трамвайчика. Сейчас хотим прогуляться немножко. Пройдем в парк, а потом спустимся там вниз. Короче, наш теплоходик, трамвайчик уже приплыл. Вот. Скоро будем садиться, осталось минут 10. Смотрите, какие виды вообще. Уже вечереет, солнышко садится, и такая вот здесь уже красота. Кстати, раньше можно было расплатиться тройкой, карточкой тройкой, а сейчас уже просто в кассе покупать билет. Стоит 70 рублей. Вон. Так что эту функцию уже по тройке отменили. Лёх, помоги с коляской. Так, потихонечку мы уже садимся. Потихонечку садимся. Сейчас попробуем занять место на втором этаже. Вот, а народу много было, поэтому вряд ли оно будет. Ну все, друзья, мы потихонечку уже отплываем. Сейчас вам покажу северный речной вокзал со стороны воды. Вот. Я думаю, что мы быстрее, потому что ехать всего лишь 10 минут.
Не, сюда. Спасибо. Так, вот виднеется уже надпись Захаркова. Собственно, это парк Северная Тушина. По-моему, меньше 10 минут плыли. Короче, советую. Да. Все было круто, мы уже уползаем потихонечку. Сейчас он припаркуется. Вот такая вот была прогулочка. Сзади меня экраноплан, не самолет. Кстати, многие те, кто живут в Тушино, все время называют его самолетом. В этом парке я уже гуляла, снимала ролики, можете посмотреть на моем канале. Всем спасибо за отличную прогулочку. Все, всем пока-пока.